Добрый день. 9 марта, суббота. Мы в Colonial Park снова, потому что Кира захотела на роликовую дорожку. Сегодня вообще погода замечательная, плюс 7, по ощущениям как плюс 4. Солнышко, ветра нет. Доклад окончен. Людей сегодня тоже побольше. Как собаководов, так и детеводов. И там ходят, и там катаются. По чуть-чуть все тает. Думаю, достаточно еще месяца два, чтобы все растаяло. Я не шучу. Оно тает реально долго здесь. Так, мы снова зашли в наш... Я даже сегодня забыл одеть нормальные кроссовки. Зимние, так сказать. Они летние, просто они с подошвой чуть-чуть выше. Поэтому они называются зимние. Хотя они все в дырочку. В этих кроссовках я проходил всю зиму. Чтобы вы понимали, насколько здесь суровые зимы, насколько здесь нужны зимние ботинки. Тебе достаточно дойти из дома до машины, а потом с машины до офиса. Что случилось там, Кира? Я упала. Ты упала? Да? А что там у тебя? Намочилась? Нет, я только ударилась. Больно? Я больно. Пожалеть? Нет. Вот так вот. Нет. Да. Нет. Да. Кир, ну там грязь. Нет, там еще снежок. Ну вот где снежок, еще хорошо. Стой, только в грязь не иди. Нет, стой, ну там уже нет снежка. Там нет снежка, там грязь. Я понимаю, но там нет снега, там грязь, Кира. Вот по вот этой штучке, по бордюрчику. Да. А можем мы сделать это не здесь, Кира? Нет. Ну давай вот туда, там где-нибудь снег еще есть. Но тут просто под снегом грязь. Поэтому как бы давай и... Ты... Там, боже мой. Ураган малой. Шапку поправь. Ой, чудесно. Волшебно. Что делаешь? Электричество добываешь? Нет? Кручу эти педали. Кручу эти педали? Я тут с другой стороны могу тебя тоже покрутить. Клёво? Я не сомневался. Ну, в общем, все. Не буду делать это видео большим, как-то так. Всем хорошего дня. Нет, нет, Кира, там грязь. С другой стороны пошли обойдем. Сюда, стой, сюда. На черепашку. Здесь, кстати, бесплатные книги. Куча всяких книг. Маленькая бесплатная библиотека.org. Просто берешь или приносишь сюда. Блин, она все равно по грязи прошла. И сейчас, блин, все, пока.